Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем вселенную суперсхваток. Ну что же, начнем с открытия сундучков. И посмотрим. Котопес. Дальше у нас идет Линкольн и энергетические кристаллы. Ну и, соответственно, слаймы. Ладушки, поехали открывать дальше. Тут у нас... Ох, ну неужели, ребята, у меня выпала Корра? Давно-давно я ее искал, и вот, наконец-то, выпала. Но мы поднимем, наверное, всего лишь один уровень ей, судя по всему. Так, здесь у нас опять Котопес, Патрик и слаймы. Ладушки, у нас еще, ребята, два сундучка. Так, тут у нас Пиклз, Анжелика и слаймы. Ну, тут вообще что-то как-то мало нам дали. И последний сундучок у нас, смотрим. Так, опасный малый, это замечательно. Плюс Линкольн и энергетический кристалл вместе со слаймом. А, даже два алмазика мне дали. Ну что же, замечательно. Так, давайте, наверное, мы с вами что сделаем. Ну, во-первых, я хочу улучшить Кору. Давай посмотрим, насколько это будет эффективно и хорошо. Так, у нее, ребята, всего лишь второй уровень. Вот, становится третий. Причем слайма довольно немало пришлось мне потратить для поднятия уровня. Так, дальше, наверное, я хочу улучшить... Давай-ка мы, наверное, Анжелику на новый уровень поднимем. Итого уже 11 левел. Шикарно. Так, опасного малого тоже я хочу проапать. Серьезно вам говорю, на 8 уровень он у нас поднимается. Так, здесь у нас больше ничего нельзя. Котопес, не знаю, что мне с ним делать. Нет, давайте-ка, наверное, лучше мы с вами Патрика повысим по уровню. 9 левел он получает. Ну и, в принципе, все, ребят. Больше никого не можем. Да я, если честно, я даже не хочу. Так, и я пошел, ребятушки, в события. Я так его и не прошел, насколько мы помним. И нам нужно это дело делать. Че, у меня уже Тернер в нокауте валяется, да? Ай-яй-яй, ну ладно, поехали, будем пробовать, ребята, таким вот образом. Ага, Арнольд, значит, у нас. Верхний удар ногой, затем нижний, а потом удар кулаком. Не обращай внимания, я просто подзабыл комбинацию, говорит нам Арнольд. Ну что же, ух ты, он будет сильнее, ребята, моего Донни. Хо-хоу. Погоди-ка, я не понял, почему у меня Тернер, да еще и Пиклз в нокауте? Пи, странно. Ладно, поехали. Поехали, ребята. Я надеюсь, что у нас получится все-таки наказать Арнольда. Так, погоди, в чем... Подожди. Погоди-ка, я не врубился. Почему, ребята, у меня... У меня кнопки, ребята, почему-то... Что за дела? Почему кнопки мои попутаны здесь? Ну, ребята, это нечестно. У меня все сбилось. Ты представляешь, все кнопки, которые я делал в свое время, они сбились. Так, прервать задание. Придется начать. Да, я прерву задание. Пускай мы начнем с вами с самого начала, но зато все бойцы у меня будут на месте. Надо делать что-то с кнопками. Так, ну что, дорогие мои друзья, давайте попробуем. Давайте мы попробуем с вами. Идет работа. Какая идет работа? Работы никакой не надо. Так, тут Донателло. Слушай, я думаю, что... Нет, мы все-таки с вами пойдем в события. Мне надо, ребята, пройти его во что бы то ни стало. Понимаете? Во что бы то ни стало, мне нужно его пройти и забомбашить. Поехали. Да почему Тернер-то у меня в нокауте все время? Что за ерунда? Я не пойму. С какого перепуга он у меня в нокауте лежит? Ну-ка, давай попробуем. Так, верхний удар, это все понятно. Ну что же, мы можем взять Пиклз. Пиклз, кстати, довольно хороша в этой схватке должна быть, по крайней мере, по силе. Я надеюсь, кнопки у меня все нормуль, и никакого косяка не будет. Вроде бы все отлично. Поехали. Так, ну... Ну что ты, что ты, что ты, Арнольдушка? Ну я тогда... Давай отойдем. Погнали. Опс, опс, опа, он меня, ребят, перехватил. Да как же он меня так поймать-то умудрился, а? Как же он меня так умудрился, ребят, подловить? Так. Ребят, надо быть аккуратным, чтобы не попасть под суперудар. А он у него скоро накопится. Вот, уже накопился. Да ну! Да иди ты в пень, как ты мог? Я тебя бомбил, ты не имел права, блин, использовать свой суперудар. Ну-ка, злодой, все тебе хана. Сейчас тебе будет хана от Донни. Да как тут вообще можно пройти? Я не понимаю. Я не понимаю этого.
Ну, что ты тут выеживаешься мне, а? Будем пинать, ребята, его. Будем пинать. Ну, одним Донателло я, конечно, тут вряд ли пройду. Но у меня есть слаймы. Может быть, нам получится как-то залечиться, отхилиться. Или еще что-нибудь в этом роде. Отлично, подбили. Короче, запинали просто-напросто моего в блоке. Так, 86 смайлов и 2 гемчика мы с вами зарабатываем. Поехали, поехали. Мы с вами получаем первый ключик. И у нас здесь, как ее, Хельга, по-моему, да? Да, именно Хельга и... Слушай, у нас силы с ней на равных. Я могу что-то сделать вот своими, со своими вот этими персонажами. Давайте попробуем Пиклз вылечить. Неограниченное количество. Так, я могу? Да ладно, так вот маленечко всего лишь-то. Ага. Фиговенько. Ладно, давайте будем с вами дальше играть Донателло. Донателло мне нравится. Довольно прикольный боец, поэтому Хельга получает люлей. Хорошо, мы отлично, ребята, ее пробиваем, кстати, я вам скажу. Встала в блок. Хельга встала в блок. Смотри, что делаем. Оп. Да-да-да-да-да. Оп, оп, опа. Она потратила свой суперудар, естественно. Так, ну что, мы, наверное, будем тоже тратить. Поехали. Ха, хорошо, я ей, да, припечатал. Опять в блок? Ладно, отойдем. Поехали. Что ты, Хельгочка, ты моя родная, получила свое. Винер, естественно, винер. Мы двигаемся дальше в нужном нам направлении. Тут у нас кто? Ой-ой-ой-ой-ой. Ужасный какой-то. Зим его увеличать? Зим. Хм, может быть, нам подхилиться? Маленечко, ребят, ну-ка. Слаймика не хватает, не хватает слайма. Ладно, поехали. Я надеюсь, что мы с вами завалим, победим этого Зима. Хорошо идет. Перехватили. Далее, 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 далее. Опа, а вот это, ребята, было. Это было больно. Накося. Зимовка. Я знаю, что, ребята, он тоже, да, готовит, готовит свой супердар. Но ничего не получилось у него. И я его побеждаю. Замечательно, мне написали. Правда, здоровье отнял довольно прилично он у меня. Так, давай двигаться сюда. И ключик мы с вами забираем, второй. 660, и это у нас Линкольн. Блин, что же нам с вами сделать эдакого? Давайте-ка я попробую вначале, наверное, Пиклз взять здесь, да? Ну-ка. Что не хватает? Что опять не то? А, у меня энергии нету. Ёлки-палки, придется купить. Придется купить, ребята. Ну что, Арнольд? Это испытание подготовил не я, а Дэнни Призрак. Ну, лишняя тренировка мне не помешает. Говорит нам Линкольн. Ух ты, тихо-тихо-тихо-тихо, малыш. Давай-ка мы, наверное, с тобой маленечко для начала разомнемся. 2499 здоровья у этого Линкольна. Это будет тяжело, ребята, по поводу пробития. Ай! Да ладно. Хорошо, хотя бы так. Поехали. Да почему? Ну, нет, ну я же, ребята, видел, что он собирается меня ударить своим противным вантусом. Я поздно спохватился. Ну что, Донни, я не знаю, как мы тут будем с тобой справляться. Как вот с этим охламоном можно справиться, если у него столько силы? Да одури просто. Ну-ка. Будем надеяться, что все-таки у нас с вами получится, отойдем. Я боюсь, ребята, подставиться. Сейчас будет делать суперудар. Он должен его сделать. Да что ты? Попался. Я, ребята, попался. А как он может так делать? У меня не получается, когда меня бьют, нажать на суперудар, чтобы сделать. В нокауте мы с вами не получаем ни сколечко слайма, все твои бойцы ранены, и мне предлагают их оживить. Ну, для этого нужен слайм, хотя бы вот. Хм. Ладно, ребят, давайте быстренько сейчас сыграем в какую-нибудь партию, да? Попробуем заработать с вами немножечко слайма и накумарить, добить все-таки этого Линкольна. Ну что, быстрый поединок, и нам нужно... Так-так-так-так-так, быстренько решаем, что нам нужно. Давай вот здесь вот 3 на 3, я выбираю вот этих вот персонажей. Тут, по-моему, энергия нужна, да, если я не ошибаюсь. У нас пока еще есть энергия, поэтому давайте, ребятенька, быстренько с вами здесь прошуршим. Дженни.
Дженни, ты чё? Ну-ка, отойдём. Вот им не нравится, я заметил, ребят, когда мы отходим. Вот они прям вот, их это аж прям раздражает, когда мы начинаем прыгать. Нет, Женечка, не уйдешь от меня. Красотуля ты моя. Упс. Зачем я раскрылся? Ну-ка, получи. Дудки уж там. Да хорош ты. Да что ты будешь делать-то с ней, а? Нет, ты посмотри на нее. Есть, я все-таки саданул. Саданул своим посохом. И победили мы здесь. Двигаемся дальше. 77 слайма. Этого мало, ребят, мало. Ага, две победки, и у нас будет сундучок. Там уж, я думаю, слаймика нам выпадет достаточно. Так, Тимми Тернер против Тимми Тернера. Отлично. Шикарно. Ну, это просто блеск какой-то. Просто везение. Ха-ха-ха-ха, попался. Хорек. Да-да-да-да-да. А как будто я не видел, что ты собираешься сделать. Ну-ну-ну-ну-ну, успокойся, малыш. Успокойся, малыш Тернер. Вот-вот, получи от Рейчика. Блин. Как я ему, а сейчас? А если мы вот так вот сделаем? Кио! Да-да, именно Кио, и все. Фух, смачно. Так, ну, Тимми Тернер нас здесь не подвел. 112 слайма, отлично. Так, следующий бой, поехали. Как говорится, будем сегодня играть без задержек, без рассусоливаний. Донни. Донни это очень хороший противник. Отойдем, нет? Ну-ка. Ну, спокуха, спокуха, Донателло. Что ты задергался, затрепыхался? Что ты за... Ты посмотри-ка на него, а? Ну, давай, давай, что-нибудь сделай. Рвани. Рванина. Как он может успевать, ребята, сделать блок? Я вот этого, честно говоря, не понимаю. Поехали. Я, когда меня, ребята, лупасят, я не могу почему-то сделать в блок, понимаешь? Он просто пробивает, и все. Ну вот как вот? Вот ты видел, что он сейчас сделал? Ты видел? В него бомбит суперудар, он берет и прикрывается в блок посредине суперудара. Такого быть не может, ты понимаешь? Не может такого быть. А он делает это спокойненько причем. Нет, я думаю, я успокоюсь на этом. Хренушки, я пошел дальше, ребята. У нас пока... А, у нас энергии нету. У нас с вами нет энергии. Или... Нет, нас запустили. Хм. Нас сюда запустили. Поехали, Рока. Кто-то один из подписчиков писал, что его бомбило, что я проиграл Рока. Я надеюсь, сегодня мы... По-моему, проиграем этому Рока. Или же нет, я не знаю. У него суперудар накопился? По-моему, да. Да чтоб тебе, я не мог его пробить. Но он почему-то делает. Хе, нормально, да? Поехали. Так, так, так. Отходим. Ну как ты это делаешь, я не понимаю. Пробил что ли? Точно, ребята, он меня пробил своим суперударом. Пес шелудивый, ну сейчас ты допрыгаешься, а? Сейчас ты, блин, у меня допрыгаешься. Я не могу, ребята, сделать одну победу, чтобы получить себе сундук. Мы против Гира здесь деремся. Кстати, Гир меня всегда раздражал. Вот серьезно вам говорю, Гир это какой-то, блин, бесявый роботек вот этот вот. Вот серьезно говорю, он меня бесит. Ну-ка. Шикарно, я его сейчас подловил. Молодец. Тернер, ну ты красавчик, ты главное не подведи. Он с секунды на секунду, ребята, сделает суперудар. Поехали. Подлавливать будем его, а? Как думаете? Я думаю, что стоит подловить его. Отходим. Теперь мы. Четенько, все сработало как надо. Фух. Наконец-то я отомстил Гиру за все наши проигрыши. 70 слаймов. И да, ребята. Открой сундук, конечно же откроем. Открываем. Где он? Где он у нас? Вот он. Так, Донни выпадает. Дальше опасный малый. Также губка Боб. Два кристалла энергетических. А слаймов что-нибудь? Вот, 352. То, что мне нужно было. Так, я, ребята, возвращаюсь на события. И... Все твои бойцы ранены, оживить. Да, мне нужно оживить, и я, наверное, буду оживлять Донателло. А что, я больше не могу, что ли? Подожди.
А, осталось 0. Слушай, ну мне этого мало будет. Мне этого будет мало для того, чтобы победить. Ну что это, ребят, за ерунда какая-то? Ну у него тоже, в принципе, здоровье-то на один удар. Поехали. И главное сейчас не лопухнуться, ребятули. Не лопухнуться, понимаешь? Да как так может быть, блин? Плешивый, а? Ребят, я опять слился. Ты понимаешь? Оживить, как, блин, тут оживить? Мне нужны гемы, 5 штук, чтобы хоть как-то живиться. Ну где я эти гемы возьму? Зарабатывать где-то надо. Я уже какой раз, я уже вторую серию не могу, ребят, пройти это событие дебильное. Понимаешь? Меня это раздражает просто. Пошли в быстрый поединок. Хотя бы сундучки будем набивать. Ну, может быть, еще маленечко подкачаемся с вами. Так, Донателло против Донателло. Причем одинаковые абсолютно у нас с ним силы. Но в чем проблема? Здесь они у меня отгребают по полной программе, ребят. Ну ведь там, ну просто ведь какой-то косяк на косяке. Как он так мог увернуться? Просто жесть. На! Захотел мне кувалдочки влепить. Так. Добиваем, я думаю, ребята, вот здесь через блок прям. Вот так вот, чтобы знал свое место. Ну, здесь, да, здесь все легко. Тут победа за победой. Так, поехали дальше. Этот сундук единственное, что, ребята, мы сможем только открыть через определенное количество времени. Ну, кто нам достанется? О-оу. Так, сменить противника. Давай сменим. Ну вот, вот это другой разговор. Дженни, значит, да? Ну что ж, попробуем. Хорошо-то как получилось. Прям смачно так. Иди ты отсюда. Слушай, по-моему, мы сейчас Дженни... Вот как только я начинаю говорить, что мы сейчас победим, мы сразу же начинаем проигрывать. Мой суперудар почему-то не сработал. А у нее срабатывает. Главное, что мы победили ее. Блин, офигеть. Вначале, вот я как помню, да? Все так было легко и безмятежно. Мы побеждали врага, а теперь дудки. Теперь приходится столько тут нервов, ребята, складировать, что ого-го. А, так, давай-ка. Ну, здесь, видите, здесь энергия у нас, ребят, тратится, но была не была. Последнюю свою энергию здесь потратим. Так, Пиклз. Пиклз, тихо. Ну-ка. Ага. Так, черт. А? Хорош ты. Ты что делаешь, а? Да ну, завязывай уже. Отойдем. Нет уж. Подловил я ее смачно. Так, ну что ты будешь делать? По-моему, Дженни, ребята, каёк пришел. Она хотела меня пробивным бить. Два раза я ее нокаутировал. Замечательно. Победа, конечно, победа и слаймики. Так, плюс 19 трофеев. Победа в матче. Замечательно. Так, 350. Буквально, ребята, одного не хватило. А у нас еще есть энергия. А на 360 мы с вами получаем еще 20 энергии. Поэтому есть резон, конечно же, идти и выступать. Ну ведь есть же одна энергия. Что же вы мне тут? Недостаточно энергии пишут. Вот, одна энергия. Что вам? А, нужно 5, наверное, заплатить, да, за участие? 5 энергии? Тогда понятно, в чем проблема. Идем тогда сюда. Кто нам достается? Гир. Кстати, Гиру я давно хотел пачу-то намылить, потому что он меня раздражает, этот роботек. Опа, он все равно юлит, а? Он начинает юлить. Нравится мне вот эта музыка, которая, ребята, играет здесь. Красти-крабская. А если так? Что? Не тут-то было, родной мой. Захотел меня подловить. Только голова отлетела у этого гира. Отлично, мы с вами победили здесь. Откуда, кстати, вот этот гир вообще? Из какого мультика-то? Что за гир? Поехали далее. Так, у нас еще есть местечко, поэтому вполне можем подраться. 578, это у нас, ребята, остроглазый раптор против нас. А я попробую.
Вдруг у нас что-нибудь получится. Не-не-не-не-не, парень, ты успокойся лучше. Ты лучше успокойся и отдохни. Надо отойти. Так. На-ка, ты смотри-ка, а. Какой жулик мелкий, а. Ну успокойся, я тебе говорю, Тимми. Тимочка, не понимаешь, что ли, ты меня? Я не понимаю тебя, а. Супер ударов у тебя нет еще пока, парнишка. Ну вот сейчас будет. Нет, не будет. Не успел он, ребята, им воспользоваться, потому что я его нокаутировал. Ух. Так, сундучок нам не достается, и у нас места, кстати, нету. Под это все дело. Почему я, ребята, не активировал, а? Кто мне скажет? Надо же было давным-давно нажать на открытие. Но я почему-то этого не сделал. Продинамил только время. Так, две энергии. Это сколько? Следующая будет через 5 минут. Ой, долго-долго-долго-долго еще нам это дело ждать придется. Ну, давай котопса нашего улучшим. 630 надо. Это он только второй уровень получает. У-у-у. Детский лебедь пока еще. Так, что-то я не туда зашел. В магазин. В магазин. Кошелек с алмазами. Ребята, вот если вы хотите быстренько все это дело проходить, за 159 рублей можете покупать 175 алмазов. И вам этого, я думаю, за глаза. Ну, не советую этого делать. Так, бесплатного нам ничего нету, да? Капля слизи. Капля слизи. Ведро слизи. Это слизи, это имеются, наверное, слаймы, да? Скорее всего, да. Про слаймы идет речь. Ой, здесь у меня... Ну, здесь не получится ничего оживить. А почему вот эти вот не откатываются? Они, по-моему, больше никогда не вернутся, да? В прежнее состояние. Это надо только сбрасывать, а потом заново начинать. Погоди, я не... Погоди-ка, а, нет, все нормально, ребят. Я уже думал, что у него восстановилось полностью здоровье. Как же мне вот хочется вылечить хоть кого-нибудь, хоть как-нибудь. Но здесь нужно, ребят, 5 гемов. Или опять же сдаваться и все заново начинать. Но я попробую все-таки потом в следующий раз подождать и нокаутировать. Если бы мне бы еще бы Доника как-нибудь прокачать. Но для этого нужны слаймики. И тут тоже никак нам не ускориться, к сожалению. И, по-моему, тут, да, и тут нам ничего не светит. Ну что, дорогие друзья, тогда будем на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную и довольно уже сложную игру. Так что всем пока, удачи и до новых видосиков.